Всем привет, дорогие друзья, с вами Лайков, добро пожаловать на канал Лайков Геймс. Продолжаем прохождение Skyrim Special Edition, играем за мага, и сегодня мы проходим замечательную миссию Туши Свет, которую нас попросил Джарира погасить огонь, чтобы местный караван, ну корабль, который везет грузы, как это говорится, потерпел крушение, вот как. Сейчас мы с вами потушим. И он нам пообещал, что всех моряков, в принципе, кто это был корабле, будет корабле, спасут. Надеюсь, это так и будет. Доверимся ему. Правда, аргенианам доверять-то не сильно-то и охота. Угу. Замечательно, вернуться к... Все, пойдемте, вернемся. А где он? Угу. Он на порту. Так, где он? Он наверху. Здравствуйте. Добрый денечек. Похоже, у тебя... И это уже начало сказываться. Бегущий по льду не пришел в порт вовремя. Без маяка бегущий по льду наверняка сбился с курса и сел на мель на восточном побережье. Моя сестра Диджа будет на месте крушения вместе с нашими мародерами черной крови. Она будет ожидать тебя. Все замечательно, пойдемте. Приходи поболтать, если заскучаешь. Нет, ты мне какое-то доверие не внушаешь. Еще целиком сожрете меня вживую. Так, я хотел посмотреть, тут грибочков нет. Нет. Ну, давайте переместимся тогда. Уже. Ага, корабль. Вот он. Ой, как раз и денек. Замечательно. Я думал еще перематывать. Так, я это кто тут? А, бочка. А мне показалось, человек. Ой, дракон. Где? Иди сюда, иди сюда, давай, напади на меня. Давай, дракошка. Сагрись на кого-нибудь. Как на тебя наперед, блин, попасть бы. Насколько ты упреждение нужно брать? Он улетел, но обещал вернуться. Эх. Ну ладно, наверное, давайте дойдем уже пешком тут. Тут, в принципе, он уже корабль виднеется отсюда. Сохранимся. В первую очередь. Так, что это у нас? Ага. Подожди, стрекоза. Ой, сколько стрекоз тут. Замечательно. Всех стрекоз мы с вами переловили. Так. Так, здравствуйте. Это тебе удалось погасить маяк? Ну да. Отличная работа. Диджа сейчас в трюме. Спускайся на два уровня вниз. Угу. До встречи. До встречи. Так, наверное, сейчас я скриншот сделаю для ревьюхи нашего ролика. Вот так, корабль. На фоне меня? Нет. Наверное, просто, блин, как бы захватить бы его. Или вот так.
Или вот так. Замечательно. Ох ты, а тут и золото украсть. Подождите-ка, а где моя награда? Я же тоже принимал в этом участие. Нужно что-то. Нет, нет, здравствуйте, здорово, здорово. Ах, они сволочи. Смотрите, ребята, они сказали, что они спасут всех солдат, которые были на корабле. А на самом деле их всех убили, смотрите. Ну, одного точно убили. Да не одного, и вот и второго. Ах, они жучары. А тут уже не нам собрали, смотрите, ребят. Говори. Что говорить? Проклятые убийцы. Так, где у нас лестница вниз? Так. Ах, они. Вот реально, да, я это не одобряю, конечно. О, сволочи. Ладно, там еще грабить их, и смотрите, они еще их и переубивали всех. Вот это здорово. Ну ничего здорового-то я не вижу. Так, а как вниз спуститься мне? Брат говорил, что ты придешь. Я должна была выдать тебе твою награду. Ага, вот как. Что-то они замышляют недоброе. Давайте, ребят. Я на них сразу применю всевозможные... Привет. Говорил, что ты придешь. Я должна была выдать тебе твою награду. Ну что, давай делим добычу тогда. Ха! Добычу мы уже забрали. Но твоя помощь была весьма кстати. Что? Поэтому ты заслуживаешь быстрой смерти. Ах, они обманщики, смотрите. Жучары, одним словом. Ах, они обманули все-таки меня, смотрите. Ну, кто бы сомневался. А эти сундуки пустые. Так, пропустите меня, ну, товарищи, ну что вы? Жучары. Вот, да, все сундуки пустые. Вот, как говорится, жадность губит. Эти солдат убили, сволочи. Так, а я что хотел с вами? Я хотел, знаете, что... Безмятежный мороз делать. Так, и найти плащ, который вызывает молнии. Морозный плащ я вижу, огненный плащ я вижу. Плащ молнии, вот он. В течение 60 секунд 8 единиц. Получает урон энергетической секунды вдвое меньше урона магии. Так, подождите, а плащ огня что? Плащ огня дает тоже 8 дамага, но поджигает, несут дополнительные... Морозный плащ, то морозный плащ, так, урон в секунду, тоже урон запас сил. Ага. Где он, блин? Вышка в дышении, блин, уже потеряла я мощь. Вот. Ауч. Блин, извини. Смотрите. И как я выгляжу круто. Так, где этот писюн? Что у тебя? У тебя денежка была. Так, это разрешите. Так, надо сохранить перед выходом. Там же мы знаем, что люди наверху. Помощники. Так.
А, всех убили, что ли? Ну, значит, так, давайте записку прочтем. Потом. Так, как только заберете груз, отошли его мне в грот. Саламет, что-то там, та самая... недалекая личность, что выполняла за нас нашу работу на маяке, прибудет туда вскоре после тебя. Разберись с этим. Ах, они же чары. Ах, они со мной, значит, так поступать. Я, значит, глава гильдии убийц, я глава гильдии... Кто еще? Магов, глава гильдии воров. И они со мной так поступают, да? Ах, они же чары. Так, а кто? Я не пойму. Вот, врагов вроде бы нет. Ну. Я вам сейчас всем покажу, как обманывать. Так, а как? Туда, да? Только надо понять, как забраться туда. Темно, ничего не видно. Может, с этой стороны? Как-то вот так по берегу. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, корень, нет, не подожди. Нас сейчас не интересуешь. Так, главное бы тут бы не разбиться нам бы. Ага, я понял, вниз. Давайте сохранимте на всякий случай. Еще. Ой, не дай бог. Замечательно. И сейчас 39-й, наверное, дай бог уровень бы. Апнем с вами еще. Угу. Во-первых, дайте нам, пожалуйста, света. Во-вторых, броньку. В-третьих, сохраняемся, давайте. Что это было? А, чё? Нет, а, убить он. Лучник. Так, и что я хотел еще? Да, он улетел, но обещал вернуться. А вот он. Чё тебе? Интересно, нет. Так, куда? Туда? Туда? Так, куда? Вниз? Либо наверх? Немножко непонятно. Угу. Едой, конечно, они тут запаслись. Мама, не горюй. Слушай, подожди, а у меня есть еще один плащ, который тоже дамажит. Сейчас его надо применить. Сохраниться, посмотреть, он будет дамажить ли нашу девушку. Ну, нашего напарника, какую девушку. Только я не помню. Да посмотрим, как он называется, не помню.
паралич. Рун паралича. Телекинез. Нет. Бешенство. Нет, колдовство, наверное. Безмятежный мороз. Во-во-во, вот этот. А, нет, подождите-ка. Вот, вот он. А, противник на расстоянии рукопашного боя так получает 30 секунд, единиц 16 урон, во. Вот и замечательно, смотрите, а он дамаг не получает. Блин, вот этот надо было не использовать. Точно. Так, есть кто? А, он все так умер быстро. Замечательно. Так, что у нас тут интересного? Безупречный. Так, фирик. Так, ну тут у них ночлежка, так понял, да? Может через низ пройти. Не обязательно, в принципе. Во имя девяти! Во имя девяти. Кто-нибудь есть? Да нет, что, никого нет. О, солдаты там. Так, мне главное бы... Где он, где он? Не вижу. Ой. Ух ты, нифига себе, дядь. Ты то подожди, подожди. Водное дыхание. Так, невидимость. Улучшение здоровья. Так, это не то. Это мы все посоздали зелье, которое надо нам сбыть. Сзади, сзади, сзади. Обернись. Стойте, а я забыл про эту лорда Дримору. Мне бы не упасть бы вниз. Так, ну все, вы с этим справитесь, я уверен за вас. Давайте. Ах ты. Рубин мы забираем. А, здоровье становится на 20 больше. Кольца мы все забираем тоже с вами. Что у тебя так? Нет, это ничего интересного в тебе нет. Тоже ничего интересного. Пойдемте уже посмотрим. Где вы прятали награбленное все? Так, бой близок, и понятно, понятно. Вроде бы сюда. Отмычка, замечательно. Эбонитовый лук. 1500 стоит. Давайте возьмем. О, блин, ты мой. Как-то другой дорогой прошли, да? Ух ты, смотрите. 700 весит. Ой, 700 стоит. Нифига себе. Так, давайте мы... Это заберем на всякий случай. Так, ничего интересного. И... Серьезно, это все? Вот это все награбленное? Вот. Ну да. Такой себе, кстати, я не знаю, прям. Так, давайте любой квест активируем, чтобы выбраться отсюда. Так, куда именно? Вот такой сегодня небольшой, ребят, квестик был. Тут кто-нибудь есть? Поэтому подписывайтесь, прожимайте лайкосики, комментируйте.
Так, так. Ага, сюда правильно мы идем, в принципе. Ну, как получается, зашли, так и вышли, да? Сейчас давайте выйдем. И на этом закончим с вами, ребят. Вот такие получили по заслугам аргиняне, которые пытались нас обмануть еще нашими руками, блин. Погубили целый корабль моряков, солдатам имперцев. Хоть они хоть и имперцы, но они же тоже люди. Тоже вещества. Давайте еще раз всем спасибо. Не болейте, не чихайте. Всем до завтра. Пока.